Привет. Да, я постаралась после работы. Сейчас хочу попробовать игру эту. О, здесь еще управление, типа взаимодействие, инвентарь. Здесь сабля. И трава? Ну ладно. Все, погнали. Это что такое? Это что такое? Он выглядит страшно. Мне кажется, я буду кричать. Мне кажется, я буду очень много кричать. Хаут хочу. Сейчас бишбармак за кулинарий. Ой. Эх, базару нет, тогда в горах кайфанули от души душевно в душу. Вот так с любовью испортить, а? Ладно. Надо сначала поставить воду на беж, да? О, кастрюля. Предмет, шум которого... Ой, поставили. Да, молодец. Только ты шажок не проткнул. Пойду пока посплю. Кто коза 5 часов варит? Алло, ты даже не включил газ, братан. Ну ладно, пошли спать. Блять! Блять, шайтан! И ебать, он реалистичный! И нихуя, а чё, в осознанном сне, что ли? О, нифига! Карта! Карта! Наверное, чтобы ее открыть, надо нажать. Блин, я обожаю уже разработчиков игры. Ритуал изгнания ведьмы. Ведьма поселилась в ауле, спасает только русский мат. Услышав отборную ругань, она обижается и уходит. Для обряда тебе потребуются следующие ингредиенты. Курдюк, травы, кумыс, эфирное масло, зачеркнуто не забрать текст. Найти курдюк. Съебись, съебись, мымра, ебучие баурсаки, ебучие баурсаки, ебучие баурсаки, ебучие баурсаки, ебучие баурсаки. Нахуй такую осознанность во сне. Бля, так вот как это работает. Окей. Так, нам нужен курдюк. Сначала надо найти курдюк. Где курдюк? Где курдюк, я тебе говорю? Ладно, побежали. Что бы там ни было, мы справимся силой русских матов.